Кофе – напиток, проверенный временем, многие без него не могут. И удивило на днях меня одно кофе, что решил записать видео, чтобы потом не забыть. На пачке написано L-OR, Intense называется. Сделано оно, оказывается, в Норвегии, на Якобсе. Ни одного слова нету кириллицей, и только сзади две наклеечки, что там вот указано на русском и украинском языке информация. Ну, так вот оно качественно сделано, совсем другой вкус, что можно его пить и без сгущенки, не добавлять ничего, даже без сахара. Оно было уже на, как говорится, срок выходил, и в два раза сделали его оценку, и можно было его купить. Так что так вот он выглядит. Помол такой, что через ситочко оно не сливается, остается все в ситочке. Ну, видите, когда они делают для себя туда за рубежом, у них все получается качественно, вкусно, ароматно. Но у нас еще в Украине можно львовский кофе такой купить, той большой фабрики, не новые фабрики, а та, что раньше была. И какой другой кофе не возьмешь, даже Жокей уже тоже не то. Ну, Элитфорд тоже что-то так не очень стал. Там еще был такой же кофе, только крепость была не пятерочка, а четверочка. И классик назывался. Но я уже взял покрепче этот кофе.